А эти удары всегда неожиданно для голкипера. Трудно предугадать, куда полетит мяч. И еще один сейв Германа Черевания. Удар, перекладина, еще удар. И в голову Шевкунову попадает Филиппе. Вы знаете, не было никакого злого умысла, безусловно, в действиях Филиппе. И поэтому он сразу подбежал, не подбежал, а сделал движение к арбитру, объясняя, что он играл в мяч, но на секунду, даже, наверное, на какие-то доли секунды его опередил Сергей Шевкунов.